Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя безумие мутантов. Так что у нас тут в этом ящике? Покажите, пожалуйста. Я хочу забрать свои награды. 100 кубков, короче, зеленых, ребята, мы с вами получаем. Окей. Так, нам нужно сыграть с тобой в одно приключение и плюс героя прокачать до 60 уровня. Все понятно и ясно. Ну что, попробуем, наверное, сыграть с тобой в приключение. У нас кожеголовый, которого мы должны с тобой победить. Ну, я скажу тебе, что я немножечко за кадром прокачался. Ну, не знаю, насколько хорошо, давай смотреть. Так, кожеголовый против моей, так сказать, бригады. Так, вначале мы с тобой посмотрим сейчас по мощам. И я вижу следующее. Например, Рокстеди на 40 уровне очень даже неплох. И можно убрать Бибопа и поставить именно Рокстеди. Ну что, друзья мои, поехали. Давай посмотрим, к чему это все приведет. Так, я смотрю, ребята, за нашими персонажами. Так, ну в принципе минус один клан Футовец. Окей, Ирма делает массовую атаку, отлично. Блин, босс пока получает минимальные повреждения, как мы видим. То есть он выпендривается здесь, да? Ну, Рафаэль, как всегда, делает хитрый подлый трюк. Всех выгоняет в стан. Слушай, знаешь, что я тебе скажу? Я тебе скажу, что здесь все, клан Футовца больше нету. Мы просто всей нашей командой начинаем разбирать кожеголового. И я тебе скажу следующее, ему не поздоровится. Куда вот он побежал? Вот, объясни мне, куда Рок, кстати, в данный момент сейчас бежал, а? Он должен был пробежать через врага, а он вообще в сторону куда-то убежал. Ладно, нам главное с тобой получить результат. А результат у нас один. Победить кожеголового. И ты смотри, что происходит. Да, ребят, мы его просто запрессовали. Есть контакт. И мы с тобой выиграли в этом поединке. Довольно неплохая награда. И я хочу кое-что, ребята, глянуть. Да-да-да, я хочу глянуть вот это вот. Дайте мне, пожалуйста, награды. Я обожаю получать вот эти вот ваши наградочки. Че, следующие только лишь до 60 уровня прокачать. Так, Лео, ты где? Вот он у меня, ребята, Леонардо. У него 58 уровень, как ты видишь. И нам не хватает буквально одного левелапа, чтобы получить тот самый 60 уровень. Ну что же, побежали на 11-й, ребята, раунд. Или 11-й бой, я не знаю, как это назвать. Я думаю, ты прекрасно понял, к чему я. В данный момент мы все равно пока будем помощнее, чем наш враг. Смотри, как хитро сделали все. Кстати, друзья мои, я создал клан, да, и он называется Легендарные. Сейчас я вам покажу все после этого боя. Так что, если есть желание, можете заходить, с удовольствием приму. Клан свободный, нет никаких ограничений по уровню или там по мощам или еще там чего-нибудь. Нет, ребят, просто заходите и все, и рубашимся. Естественно, главное играть и поднимать наш клан в топчик. Так, ну что, попробуем сейчас ушатать этого. Да. Крысиного короля мы быстро с тобой ушатали здесь. Так, продолжение нажимаем. И переходим с тобой вот сюда вот. В наше подземелье, в нашу канализацию точнее. И вот клан холл, ребята, вот. Вот глава рейплей, это я. Так, а где тут, вот Легендарные, ребята, вот так вот я назвал. Не по-русски, конечно, по-английски. Можно было бы и по-русски, по-моему, да. Но, тем не менее, я не знаю, что вот означает 16 и 12. Без понятия, но ты можешь спокойненько заходить. Пока, как ты видишь, у меня никого нету. Ограниченное место, то есть 20 персонажей может быть максимум. Хотя вру, ребята, по-моему, один кто-то к нам присоединился, да. Вот это вот 16, это мастер. Или я что-то путаю. Онлайн. Нет, ну это я. Может быть, я тоже как бы у себя в своем этом отмечаюсь. А у меня что, уже 16 уровень, что ли? А, ну да, ребята, это я. Я. Так что можете заходить. То есть 19 мест еще свободно. Ну, а мы с вами продолжаем. Мы продолжаем. Уровень мне нужно поднимать. Пока, как говорится, не на что. Так, я хотел глянуть, здесь 29 минут откат, это для того, чтобы я мог участвовать в PvP-битвах, ребята. Мне остается совсем немножко, как ты видишь, да, буквально 1500 вот этих вот победушек. И мы с вами перейдем на следующий ранг, это будет классно. И в то же время это будет очень-очень тяжело. Так, я могу уже здесь что-то прокачать ведь? Здесь нет, а вот здесь да. Окей.
Ну что, идем с тобой в обычное приключение. Я надеюсь, сегодня мы дойдем с тобой до Рокстеди. Может быть, его даже и накажем. По мощам чуть-чуть проигрываем, но я думаю, что это не страшно. Я думаю, что это не страшно. Так, давайте вот этого вот таракана бомбите. Так, молодец, кожеголовый, его застанем. Так, тут с кланфутовцами, ну, все очень хорошо и замечательно идет. Массовая атака от Ирмы. Лео вдарил этому муравью. Так, ну, Рафаэль, естественно, ребята, из-под тяжка все делает. Бьет со спины, пронзая всех и в стан вгоняя. В небольшой. Слушай, потеряли только Леонардо. А так, в принципе, все окей. Сразу переходим на следующую битву. Не будем здесь рассусоливать, да? Враг еще стал чуть-чуть сильнее. И так вот будет, скажем, видимо, ребята, уровнем, да? Они будут постоянно-постоянно повышать себе мощь. Ну и, естественно, наша задача не уступать им. Так, смотри, все пока хорошо. Бабах! Классно. Минус сразу три кланфутовца, плюс этот киборг там, каменный голем. И кто у них тут? Ох ты, у них Рокстеди тоже, оказывается. На тебе, встал, его загнали. И, конечно же, добиваем. Все выжили у меня. По красоте. Естественно, ребята, сразу же идем, как говорится, паровозом на следующий бой. И здесь каменные големы. Да, эти чуваки с пушками. И опять же Рокстеди. Вот обожаю здесь... Оу, Лео, красавчик, просто сразу уничтожил. Так, эти получили урончик. Один из подписчиков попросил, чтобы я прокачал майки. Ну, знаете, что я скажу, ребята? Можно было бы, наверное, их прокачивать, но почему-то они уступают по мощам. Вот именно Кожеголовый, да, Бибоб и Рокстеди, почему-то они мощнее. Может быть, из-за того, что они как бы, типа, мини-боссами идут. Хотя Ирма тоже, как бы, обычный персонаж. О, друзья мои, мы получаем с тобой двойную награду. И надо сделать это, чтобы получить уровень для Леонардо. Ну что же, награды получили. Теперь, я думаю, надо прокачивать нашего Лео на 60 уровень. По идее, там должен быть новый скилл. Я ведь ничего не путаю, а? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Лео, вот он, наш красавчик. Так, новый скилл. На каком уровне у тебя? А, я, ребята, ошибся, да? Получается... Подожди-ка. В плане на 200-м. Он же уже открыт. Что-то вы здесь, по-моему, путаете, ребята. Это на 75-м, на 170... А, видимо, есть какие-то еще улучшения наших скиллов. На 150-м уровне, а здесь на 125-м. Что-то, по-моему, они свистят. Что-то они свистят, по-моему, должно было что-то открываться еще пораньше. Ладно, ребята, мы с вами прокачиваем до 60-го уровня. Окей, ну... Это еще не все, я хочу еще кого-нибудь прокачать. Хм, а вот кого? А вот, наверное, Рокстеди... Нет, не Рокстеди. О, Ирма, 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 конечно же, давай Ирму. Она мне очень, ребят, заходит, она классный боец. Ну, боец она не классный, если честно. Она очень классно бомбит массово. Ну вот смотри, здесь на 50-м... А, ну все, ребята, на 50-м уровне. Значит, все-таки у нашего Леонардо открылась вот эта вот способность, да? Хотя нет, не это, вот это, скорее всего. Да, скорее всего, вот это, ребята. Это было, по-моему, первым. Вот, слушай, это... Или же, блин, Рейлинг Чардж. Нет, вот это, по-моему, ребята, открылось. В общем, опять же, какая-то массовая атака ионными мечами. А вот, кстати, Рокстеди. Вот он, красавчик. Так, здесь забираем награду. Тыч. Так, принимаем. Вау. Красиво. Здесь тоже с тобой забираем. Давай, 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 не жмитесь. Давайте мне все награды. Так, теперь следующий уровень, ребята, до 80-го прокачать. А, 70-го, 80-й плюс пройти 7.15. То есть вот этого, да? Рокстеди победить. Это я сейчас обязательно сделаю. Но сначала... Блин, опять мне придется Леонардо, наверное, прокачивать, да? Хотя почему мы все время на нем зациклены? Не обязательно нам только Леонардо прокачивать. Мы можем взять другого персонажа, да? Единственное, что Лео как бы самый топчик идет. И не хотелось бы мутаген просто разбрасывать на всех. Да? На кого ни попадя. Просто не хотелось бы. Так, тихо, это кто у нас? Бибоб, давай. Так, это Кейси. Тоже улучшим ему. Так, тренировка.
тренировку я хотел. Может быть, кожеголову? Ну, давай. Кожеголову. Они на 50 уровне, ребята, открывают себе новые скиллы. И, как ты понимаешь, они нам пригодятся. Сейчас мы это пройдем с тобой и заберем ревард. Может быть, даже... Ха-ха-ха. Ну, давай посмотрим, как он. Один или не один? Rocksteady. Boss Battle. Begin. Кстати, мы сейчас можем с тобой сравнить кое-что. Силу, мощь. Так, 1.9, 1.37, 884 и 935. 884, да? У Рафаэля. Ну, Бибопчик мог бы его, в принципе, заместить. Но мы этого делать не будем. Поехали. Надеюсь, мы здесь с тобой сможем победить их. Надеюсь. Так, бросил капкан-то хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, бежит, бежит, сломя голову. Так, ну что, каменных разбомбили. В принципе, друзья мои, остался один каменный голем. Солдат этот, да? И сам, естественно, босс. Где Лео? Я не вижу Леонардо, ребята, вот он. Вау, неплохо. Так, вот он и такой, и вертушка у него. Что же он тогда получил-то себе, а? Что же за новый скилл-то, я никак не могу понять. Бумс. Наш Rocksteady. Ох, нифига он там. Молодец, Раф. Слушай, ребята, мне кажется, что ему сейчас будет клишка. Правда, Рафаэль и Леонардо уже готов. Сейчас будет, наверное, Рафаэль у нас упадет. Если, конечно. Ну. Ай, все-таки. Он все-таки, ребята, уничтожил мне Рафаэля. Но все равно победа за нами, как ты видишь. И мы сразу же переходим на следующий поединок. Клан Фотовиц, два голема. По мощам, ребята, они не настолько сильны. Всего лишь на соточку. Для нас это вообще не показатель, мы их просто сейчас разберем. А вас, друзья мои, я жду в моем клане, который называется Легендарные. Так, ну-ка. Ага, схлопотал. Встань. Кстати, ребята, чем круче скилл прокачивается, тем дольше у него идет стан. Так, отличненько. О, еще можем с тобой получить награду. И я, конечно же, буду смотреть. Угу, заработали и сразу же бежим на следующий поединок. Враг чуть-чуть всего лишь сильнее. Но здесь, видишь, слэш. А их трое, нет, не трое, их пятеро. Просто эти големы почему-то все время стоят где-то с боков. Давай, отлично, Rocksteady просто пронзил всех. Слушай, я что-то не вижу. А, вон он, слэш, вон он. Блин, он Ирму мою бомбит. Ай-яй-яй. Лео сейчас ему со спины так смачно набомбил. И Ирмочка добила. Красавица ты моя. Ну что, друзья мои, сразу же идем на следующий бой. О, ну здесь все на изи. Здесь один клан Фотовиц и плюс вот эти вот каменные големы. Каменные солдаты. Фу, один Леонардо просто разобрался с ними. Вот здесь они легкие, ребята. А вот играл я как-то в свое время в черепашки-ниндзя. Вот из последних, которая у нас вышла, да. И вот эти вот там каменные, блин, вот я их там бомбил жестко, конечно. Они очень сильные, они постоянно блокируются. Фиг их так просто пробьешь. Смотри-ка, нам везет с тобой на дополнительные награды сегодня. Ну, в принципе, неплохо мы с тобой разживаемся сейчас в данный момент. Давай-ка кое-что глянем. Мы уже накопили довольно неплохо себе мутагена. Ох, ё-моё, скоро слышим. Оу, тут еще будет босс. Блин, боссы за боссами идут. Ну что, будем прокачивать его, да? Нашего Леонардо. До 80 уровня. Нифига себе, 3 апа и 20 тысяч в трубу улетело. 20 тысяч мутагена, это вообще, ребят, здесь ни о чем. Можно я хотя бы здесь что-нибудь прокачаю себе, а? Да я вот это вот прокачаю. Так, вот хотя бы чуть-чуть. Ух ты, что это такое? 315 за просмотр. Так, выиграл. И интересно, я... Вот, давай-ка вот здесь заберем награду. 18-20, да? Следующее нам нужно пройти. 18-20. Так, и здесь мы забираем с тобой... Ну, естественно, естественно. Дай ко мне, будь добр. На Ирмочку. Так, ну слушай, у нее мощи-то, ребята, все растут, растут. Так что дубликаты, это тоже даже не очень плохо, ребята, а хорошо. И еще 300 кубков нам синих, и мы с тобой сможем открыть трехзвездочного героя. Блин, я этого очень сильно... Я единственное не могу понять, а как, например, мне повышать вот моих вот этих вот персонажей, да? Вот эти, которые имеют две звезды. Например, на третью звезду. Каким образом это делать? Если кто знает, пускай мне напишет в комментариях. Буду очень признателен.
Ну что, погнали дальше. У нас с тобой бой, потом будет слэш. И как раз пройдем приключение. 7.20, да, это после слэша как раз будет. После слэша, окей. Так, какой там? Ну, в принципе, ну, почти, ребят, на уровне. Почти нога в ногу идем. Давайте посмотрим, как у нас все происходить сейчас будет. Так, бедный Лео. Но он не дает себе в обину. В ответочку, ух, как нашинковал сейчас этого каменного солдата. Рафаэль тут прыгает, веселится вовсю. Лео своей вертушкой, вау. Просто, ребята, всех разбомбили на изи. Ну, Рокстеди как бы хорошо, но почему-то вот у Бибопа мне нравится больше, когда он бросает свою гранату. Как-то урона побольше наносит. А вот, друзья мои, слэш. Вот не знаю, справимся ли мы сейчас с ним или же нет. По идее, должны. Потому что мощи, как ты видишь, не особо большая разница в них, да? Сейчас посмотрим. Кто тут мешает нам? Ну, с этими бы разобрались бы, господи, что вот вам стоит? А, тут еще Бакстер Муха. Вот он получил свою от Лео. Красавчик. Так, Ирма вжаривает. Ты посмотри, что Ирма делает. И все, и слэш остается один. И мы сейчас его будем разбирать. Ай-яй-яй, Рафаэль. Рафаэль в спину получил. Нет, он успел уйти. Он успел убежать. Ну, давай-давай, Ирма. Ты дичь. Так, кожеголова, вот если бы ты еще станчик бы свой бросил, было бы вообще изумительно бы все. Рафаэль пронзает. Нормуль. Так-так-так-так-так. Ребята, есть шанс, да. Все мои выжили, прикинь. Это классно. Ну-ка, теперь я хочу, знаешь, что глянуть. Воу, тут у нас еще награда какая-то, смотрю, прыгает, скачет. Так, отлично, это меня устраивает вполне. В плане, что вы тут хотите мне сказать? Ну, давай апну немножко. Но мне вот это надо. Что у нас тут бесплатное? Так, 8 часов. Скрэп. 20 тысяч, слушай, ну это не кисло. Это не кисло. Так, тут еще, видишь, 59 минут подождать и... Скажем, разом, ребята, награда все лучше, лучше и лучше становится. Ну, ты понимаешь, да? Так, секунду, что там у нас по заданиям? А, прокачать 5 героев до 50 уровня. Вот такие вот они мне условия делают. Да, ребята, если я это не буду выполнять, у меня уровень с тобой, к сожалению, расти не будет. До 50 уровня всех. Ну, вот, например, кожеголовый. А, не хватает. Не хватает мутагена. Ну, раз не хватает мутагена, мы с тобой будем, естественно, просто бомбить. Просто проходить Adventure. Ну, наше приключение. Так, ну тут уже на 300. На 300 очков мощей у нашего противника больше. То есть он сильнее. Ну, тут зависит от того, кто проворнее. А проворнее, как всегда, мы, ребята. Потому что у них тупые кланфутовцы. Никчемники. Каменные тупые големы. А у нас, извините, целая имбовая команда. Так что... Ну, там крысиный король что-то выпендривается, но это так. Видимость. Блин, Рафаэль почему-то у меня пасует, я не пойму почему. Он же все время, ребята, у меня прыгает, как этот, как сайгак с одной точки на другую. И почему-то все время от кого-то получает звездюлей. Так, а вот, ребята, и Антракс, или как его там величать? Да, Антракс. Ну, давай. Хо-хо-хо. Уже сильнее, ребят, намного сильнее противник. Так, 884, да? 884. Есть на этом смысл все-таки нам с тобой качнуть Бибопа здесь. А Рафаэля, ну, отправить пока на покой. Пускай отдыхает. Ну, ты сам видишь, да? В мощах не очень, ну, как бы большая разница. Рафаэль просто пронзает. Оу, тут, кстати, новые эти. Я только сейчас увидел, ребят, смотрите. Это же у нас эти трицерапторы, да, космические. Точно, точно, точно. Оу. Так, новый вид врагов появился. Вот что я тебе хочу сказать. Тынь, тынь, тынь. Ну мы его, слушаем, мы его очень даже неплохо наказываем. Вот это что-то там стоит, нервирует меня. Сверху. Все ли выживут у меня? Как ты думаешь? Я надеюсь, что все. Угу, молодец, кожеголову его оглушил. И, соответственно, мы его добили. И все мои персонажи выжили. Ух ты. Мы прошли с тобой еще... один комикс. Так, а о чем мы там кого-то спасли, что ли? Я не могу понять.
Крэнк, как всегда, недовольный, как всегда. А мы что-то тут с тобой, я не могу понять. Химичим что-то. Какая-то штука интересная у нас найдена. Окей. Так, ох ты, ядрёшкин ты кот, ребята. Сам Арахзар здесь нас поджидает. Я хочу, конечно же, глянуть, что он из себя будет представлять. Но вначале, конечно же, level up. Так, йоу. Друзья мои, инстинкт хищника. То есть, персонаж атакует. Что-то дефенс, нанося 46 урона, наносит стан и замедляет противника. То есть, опять же, всякие дебафы, ребят, на него вешает, на противника. И, конечно же, нам нужно с тобой это посмотреть. Но еще не все, ребят, еще нужно прокачать нам. Я хотел бибоп прокачать. А, нехватка, нехваточка. Блин, до 50 уровня. Не кисло так качать-то придется всех. Сколько мутагена нужно на это, ребят? Дофига. Так, ну что? Ну, здесь терпимо, здесь терпимо. А вон, кстати, Рахзар. Так, хочу посмотреть, что он просто здесь делает. Блин, моего Леонардо со спины бомбит. Он пока вот что он делает. Окей. Так, а я что за... Блин, я не взял, ребята. Опять же, я же хотел поменять мистера Рафаэля, взять бибопа. Ну, слушай, ну, пока Рахзар здесь не босс, он разбирается он легко, поверь мне. Как видишь, мы без потерь пока идем с тобой. И Рокстеди накажем, накажем. Он не успеет убежать. Нуб, нуб, нуб. Он, ребят, не успел убежать. Он хотел пронзить, но ни шишарики у него не вышло. Так, сейчас я все-таки возьму бибопа. А, вот тут слэш, тут Рахзар. Вместо Рафаэля. Просто хотя бы посмотрим, будет ли от этого какой-то толк. Где у нас Раф? Вот. И вот так вот, поехали. Угу. Со слышим ввязался в драку. Блин, ну в этой драке, конечно, он проиграет. Хотя Рокстеди ему помог. Блин, нравится мне, когда он бросает свою гранатку. Такой урон офигенный. На, слыш, встань. Пока Ирма не тут разбирается. Леонардо убил Рахзара. И все переключаются на слыша. У слыша шансов нету, ребят, выжить здесь. Все. Просто раздавили, промяли. Тогда следующий бой, конечно же. Раз идет пока все так хорошо, ребята, надо двигаться. Без, как говорится, промедлений, да? Так, что мы тут с тобой видим? Ну, видим, что пока все расчухиваются. Ага. Кожеголовый застанил крысиного короля. Ирма делает массовую атаку. Причем почему-то я урона особого не увидел от ее массовой атаки. Бибоп сейчас наш погибает, к сожалению. Жаль. Но ничего, терпим, терпим. Так, слушай, дела плохи. Ирма бомбит. Сразу минус двоечка получается, да? Вражеская. И остается... Давай-давай этого Рокстеди. Есть. Все. Потеряли только бибопа одного с тобой. Но это не страшно, это не критично. Это допустимо, я бы даже так сказал. Давай смотреть дальше. Так, что у нас тут происходит? Опять же, пока расчухиваемся. И в данный момент для меня здесь особый такой противник. Это вот, наверное, Рокстеди и Крысиный Король. Если мои сейчас ребятульки поднажмут. Ага. Так, Рокстеди на Рокстеди. Они тут вдвоем разбираются. Но он мощный. Вот Крысиного Короля пока не замнешь в угол, да, как говорится. Он представляет из себя большую опасность. Вот Кожеголовый может погибнуть, это плохо. Но не успеет, потому что Кожеголовый бросил свой капкан. И все, отлично, ребята. И у нас еще и награды с тобой. Конечно же, будем смотреть. Смотри, 13 тысяч мутагена. Слушай, ведь я могу что-то здесь себе прапать, улучшить. А вот, кстати, у нас сейчас будет с тобой уже Рахзар. Это серьезный противник, наверное. Но это все-таки босс. Кто у нас тут ближе к полтиннику, а? Скажи-ка мне. Бибоп есть только. Ну ладно, давай прокачаем ему. Ага. Слушай, ну три уровня качнуть. Если три уровня качнем, у него откроется вот этот скилл.
плюс 10 к Стрэнджу, да? Плюс атака. И причем вот эти вот, ребята, скиллы, они еще прокачиваются уже, видишь, на 200 уровне, да? Так же, как вот здесь вот на 75-м. У него, получается, дополнительные какие-то параметры. Там на 4 секунды, на 10 секунд. Там, может быть, станет дольше или еще что-нибудь в этом роде. Ну, а у нас с тобой Рахзар. И вот здесь я уже не знаю, ребята, сможем ли мы его пройти как босса. Как моба обычного мы его рвали. А вот как босса... Трындец, Рахзар. Ну, он смотрится здесь классно, на самом деле, да? Ё-моё, считай, на 1000 он меня сильнее, его команда. Сейчас посмотрим результат. Блин, Маузер тут еще плешивый, мешается только. Классно, Лео сейчас классно очень сделал. Смотри, как он прыгает. Ну, значит, ну, в принципе, да. А, тут у него еще и кожа головы, тут еще и Рокстеди, ё-моё. Смотри, что он делает. Он делает какой-то крик. Бедный бибопчик у меня отдуплился, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй. Да хоть убейте вы. Блин, он ничего не дает делать, ребят. Что за проблема, а? Так, у меня остается Рокстеди только лишь. Кожеголовый, правильно, застанил, молодец. И нас застанили, Ирма. Ирма, бедняжка, там дерется, пытается, ребята, что-то сделать. И, кстати, она неплохо себя в этом деле проявляет. Так, остается Рокстеди и Рахзар. А, Рахзара уже уничтожили, остается Рокстеди. Ирма, помогай, пожалуйста. Кожеголовый, ну. Давай, родные мои. Есть. Блин, мы просто на микронах. У нас кожеголовый еле-еле, ребята, выжил. И это очень круто. Просто везунчик. Но вот и награда, 13 тысяч. Это, кстати, классно, потому что мы сможем с тобой еще, наверное, уровня 3 поднять нашему бибопу. Ну-ка, давай проверим, убедимся в этом лично сами. Так, как раз будет полтинчик. Ну, должен быть. Раз, два, три. Новый скилл. Да, друзья мои, вот он. Это круто. Следующего кого мы будем с тобой прокачивать до 50 уровня. Давай посмотрим. Наверное, Рокстеди. Да. Давай прокачаем его. Блин, вот еще бы пару раз посмотреть таких вот рекламочек, да, и было бы все тип-топ. Ну что, а у нас следующий бой будет, кстати, бибоп здесь поджидать. 100% будет мощным, жирным, тяжелым. Блин, ну тут уже видно, ребята, что мы немножечко начинаем с тобой пасовать. Именно по силе, по мощам. Ну да ладно. По крайней мере, здесь эти бичуганы, мы с ними быстренько разве... А, тут слэш! Ё-моё, я слышу, что не увидел. Да, тут слэш, друзья мои. Ну, бибоп свои гранаты делает, плюс рок, кстати, пробивает с разбега своим рогом всех. Ну, в принципе, неплохо. Я бы даже сказал, хорошо. Рок, кстати, пока оглушенный, мы его бомбим. Слэш, конечно, вот тут вот немножко пакостит. Но мы на него переключаемся и начинаем. Все, мы его в стан взяли. А дальше дело за малым, просто мои ребятушки разбирают его. Вот и все. Всего лишь навсего, ребята, небольшие, как говорится, махинации, да, и противник падает. Ну, а мы с тобой смотрим дальше. Опять 13 тысяч мутагена. Давай повысим. Пару уровней-то мы точно с тобой сможем сделать. Уже 3 персонажа у нас 50 уровня, и скоро будет 4. Поехали. Друзья мои, буквально еще 2 уровня. Блин, буквально еще 2 уровня. Опа, а ну-ка. Спасибо. Есть, ребят, мы 17 уровень с вами получили только что. Забираем с тобой награду. А награду какая у нас будет? Ну, обычно зеленые кубки, да, 100 штук. Другого пока мне ничего здесь не давали. И у нас с тобой... Подожди-ка, я не помню. Я же вроде забрал реворд. Эй, отдайте мои награды, пожалуйста, а? Вот. Все. Соточку, да? Так, тут 46 минут, но это все понятно. Подожди-ка секунду. Я же вру... Или мне не хватило? Или мне не хватило одного уровня прокачать? А, двух уровней. Ну что же, пока есть, ребята, возможность, давай попробуем еще повоевать. Может быть, как раз в этой серии, ну хотя бы четверых прокачаем до полтинника. Оу, Тока. Нифига тут. Извините меня, тут Тока, Рахзар, бибоп и кожеголовый. Вы совсем что ли оборзели? Ну так нечестно.
Ничего себе там только вытворяет. Зашибись. Так, ладно, давай посмотрим. Может быть, все-таки зря мы паникуем. Очень сильный противник, друзья мои, очень сильный, потому что Бибоп уже наш отключился. Так, а мы Кожеголового, да, уничтожили. Так, остается Бибоп, Рокзар и Тока. Так, тихо, родные мои. Блин, вот если бы Рокстеди бы хотя бы станил бы его, когда пробегает. Но он же просто рогом пробивает, и все. Вот только бесевый, то, что он прыгает в этот момент, когда он в воздухе, по нему никто не может нанести урон. Вот интересно, застанет мы его можем во время прыжка или нет? Наверное, можем. Ну, ребят, победили мы с вами здесь. Ну, потеряли Бибопа. Но это ерунда, согласись. Один потерянный, это терпимо. Так, а здесь, ну, здесь у нас бомжары, разбойники и Бибоп. Я думаю, здесь будет все на изи. Хотя мощь, ребят, все равно у них сильнее. Так, и что-то как-то... Я бы не сказал, что тут на изи. Так, ух, гранатка полетела, да? Так, это... Вот, ребят, мне нравится, когда они начинают все в одну секунду делать свои вот эти суперудары. Просто идеальный разбор полетов, да, идет. Просто вражина ничего не может сделать. Просто немножко попивает и в таком, знаешь, в диком страхе. Ага, здесь, значит, крысиный король плюс Тока. И вместе с ними три маузера. Даже вот так вот. Но я тебе говорю, Тока бесевает тем, что он, ребят, подпрыгивает. И у него массовая атака в воздухе. О, видишь, что он делает? Крутится. Бумс, приземляется. Так, что еще? Маузеров еще дофигища. Так, ладно, минус. Так, этого маузера тоже, да, отлично. Так, остается кожеголовый. Ой, кожеголовый, крысиный король и Тока. О, наши персонажи очень хорошо разделились. Двое здесь бомбят и двое здесь. И остается Току лишь уничтожить. Ну, все. Слушай, ну, найс. Вообще круто, на самом деле, у нас получается с тобой. Единственное, что хватит ли у меня... О, давай, заберем здесь награду с тобой. Так, подожди-ка, а у меня что, ПВП-бои откатились, что ли? А ну-ка, подожди-ка, дай-ка я гляну. Дай-ка я... Так, надо еще здесь что-нибудь прокачать. Окей. Блин, когда я получу вот эту вот... Нужно получить персонажа трехзвездочного. Что-то какие-то условия слишком жесткие. Так, дай-ка я здесь заберу. Так, и сыграть 5 PvP битв. 5 PvP, а у меня 15, ребята. Ну-ка, дай-ка я просто хотя бы на вскидочку сейчас гляну, какого противника мне дадут. Обычно в последнее время давали слишком мощного, ребята. Но, в принципе, здесь так и выходит. Противник, считай, на 1500 сильнее меня по мощам. Уж не знаю, как тут получится ли забомбашить. Давай глянем. Так. Что-то как-то, друзья мои. Ох, ты нас очень быстро тут колбасит. Нет, надо, ребята, чтобы вы заходили ко мне в клан, чтобы мы кланом их бомбили. Ё-моё. У меня трое всего живых осталось, да? Ну смотри, что. Блин, Майки этот бесявый, а. На тебе. Рафаэль, наверное, не справится. Или... Да что, Рок, кстати, пробежал мимо, блин, дурачок. Трындец, да? Ну, кто кого тут? Я ни хрена не понимаю, ребят. Мы, походу, дело проиграли, да? Мне только лишь Рокстеди тут может что-то из себя представить. Ай-яй-яй, Ирму сейчас уничтожил, да? Ну, давай посмотрим, один на один. Кто там, Рафаэль против Рокстеди? И мой Рокстеди все-таки круче, друзья мои. Круче. Ха-ха-ха, будет знать свое место. Плешка. Вот так тут. Ребята, у нас остается совсем ничего, да? Буквально 1200, и мы с тобой перейдем в новый ранг. Это круто. Это я, наверное, уже буду делать за кадром. Да? Я думаю, никто не будет против. Блин, ну тут немножко осталось, чтобы получить 18 уровень. Нужно всего лишь сыграть 5 PvP боев. Ну, это будет потом. Ну что, попробуем с тобой сейчас разбомбить, наверное, Рокстеди, да? Он все-таки здесь босс будет. Давай рискнем. Бибопчик, ты дичь, вырос. Давай глянем. Во-первых, посмотрим на мощи. Ну да, на 1300, ребята, грубо говоря, он сильнее меня. Плюс здесь Бибоп, Рокзар, Тока и два маузера. Будет очень такая жаркая заварушка. Давай посмотрим внимательно. Так, Лео против Токи, ну, как ты видишь,
Блин, Лео мой, конечно, отгребает от Токи. Ой-ой-ой, Бибоп, давай бросай гранату. Вот, спасительный лучик небольшой был. Плюс Ирма сразу же вжаривает. И Кужеголовый станет Току. Тут вот, ребят, есть небольшой шанс. Потому что ты видишь, что у него только Рокзар остается, Тока и сам Боб. Босс Бибоп. Так-так-так-так, минус Рокзар. Сейчас Тока, в принципе, должен упасть. Ирма добила, молодец. Вот теперь бы нам Бибопа как-то станить. И вот только в этом случае мы, ребят, сможем его, наверное, наказать. Но стан-то недолгий, сам же знаешь. Ай, минус Ирма. У-у-у, нет, ребята. Тут Бибоп, конечно, на каком-то супер-пупер уровне мощей. Я его не смогу победить. Как бы я этого не хотел, я его... Так, а у нас с тобой... получаем кого? Угу, Донателло. Ну, Донателло так себе, ребят. Не особо я им пользуюсь, вы, наверное, это заметили, да? Я жду, когда мы с тобой получим вот это вот. Или вот это, тут, я не знаю, ребята, четырехзвездочный. Фух. Играем без доната, еще раз напомню вам, ребят. Так что не надо смеяться или что-то там думать. Так, ну что, я думаю, наверное, на сегодня этого будет достаточно. Вам, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!